Здравствуйте, Сергей. Очень приятно вас видеть. Как утверждает, очень напряженный бой с Рустамом Хабибовым. Но пока хотелось бы начать с совсем горячей темы. Недавно Сергей Ковалев провел поединок с Саулем Альваресом. Вот считаете ли вы этот бой знаковым для всех смешанных единоборств? Ну почему этот бой должен считать знаковым для смешанных единоборств? Потому что Альварес самый кассовый в мире боксер. Он зарабатывает больше всех. И ему пришлось ждать окончания турнира UFC, чтобы самому подняться на ринг и провести свой бой. Раньше никогда боксерские поединки не задерживались из-за турниров MMA. Они шли независимо от их. А, ну и это, связи. Да, в курсе. Вот этот поединок стал знаком, то, что, грубо говоря, по факту уже все. MMA бокс обогнал. Ну да, но вы сказали, просто сразу бы это полностью вопрос сделали. Да, конечно, это большой показатель, что такого события для бокса, это не просто какой-то такой обычный турнир местечковый, это тоже очень серьезный бой, да, Ковалев-Альварес, это топовый бой для бокса, и если они ждали в раздевалке окончания турнира, конечно, это говорит о том, что они как бы уже заметили ММА и уже всерьез воспринимают этого конкурента. На самом деле, да, это очень такой... В этот день, я думаю, ММА победила бокс. Но с той же стороны, мы должны заметить, сколько получили бойцы главных боев. Сколько получил Альварес, я видел сумму там, $35 миллионов, и сколько получил Масвидаль, 500 тысяч. Это тоже все-таки есть еще у бокса порох. Но мы победим. Поединок вам, это зрелище Ковалев-Альварес, оно понравилось или оно было несколько скучно? Не смотрел, честно. Смотрел только последние раунды, вот именно окончание боя и еще предпоследний раунд. Но читал по комментариям, что многие пишут, что более как на спарринг было похоже. Но, честно, сам не смотрел, кроме концовки боя. Ну, перед тем, как этот поединок начался, там на экранах показывали турнир UFC, главные бои Масвидала и Диаса. Вы этот бой посмотрели? Да, я посмотрел все бои этого турнира. Шикарный турнир получился. Я думаю, один из лучших в этом году. Крутые бои. А согласны с ним, как остановили бой? Надо ли было восстанавливать? Ну, я не доктор, я не могу сказать, надо или не надо было, но как фанат, как боец, я бы, конечно, был бы против такой остановки. Но на то нужны врачи, потому что мы, бойцы, не остановились бы во многих случаях, даже когда это вредило бы нашему здоровью. Вот для этого и нужны адекватные люди со стороны, которые подскажут, потому что наша карьера – это не один бой, и мы должны сохранить свое здоровье, чтобы драться дальше. Поэтому, ну, врачам этот вечер было виднее. Но очень обидная остановка, потому что, зная Диаза, как бы он и его кардио, как он умеет удивлять в конце, то это было бы интересно, как бы выдержал этот темп Масвидаль в 4-5 раунде. Ну, этого мы не узнаем, если только не будет реванш. А так бой крутой. А по картине, которая была до остановки, Масвидаль уверенно выиграл или там был конкурентный бой? Ну, был конкурентный бой, но с явным преимуществом Масвидаль. Мы видели, что даже по тоннажу ударов у него что ни попадание, то Диаза болтало, хотя поэтому так как-то смотрелся увереннее и чуть по физически покрепче. Это чем-то мне, наверное, даже напомнило бой Холлоуэй с Дастином Порье. Когда как бы Холлоуэй бил, но любой ответ Порье их Макса чуть-чуть подшатывало. Все-таки, я думаю, Масвидаль выиграл. Уверен. Также, наверное, многие помнят, что Масвидал дрался с вашим соперником Рустамом Хабиловым, и этот бой проиграл. А вы этот бой просматривали где-нибудь в недавнее время? Ну, я его просматривал еще в то время. Вот, я тогда яро, ну, я как бы тогда и сейчас, и тогда, в принципе, сколько лет, наверное, 6-7 назад было, я яро увлекался UFC, я прям мечтал туда попасть еще тогда, уже тогда, вот, поэтому я, в принципе, за всех представителей России в UFC тогда топил, прям даже просыпался по утрам, смотрел бои, поддерживал. И этот бой, я помню, смотрел в прямом эфире, и я, или с утра, потом уже, ну, не суть, но я помню этот бой, я помню вот это, мои впечатления от этой вертушки, когда он отправил в нокдаун Масвидаль. Ну, в принципе, Масвидаль тогда не был Масвидалем, как сейчас. Я не говорю, что он там был слабее, сильнее, он был другим бойцом на тот момент. Вот, но это был крутой бой тогда, и это была очень знаковая победа на американской базе военной, это было сильно, поэтому бой смотрел. Ну и недавно я просматривал, конечно, мне были некоторые интересные аспекты в этом бою, да, освежил этот бой у себя в голове. Можно ли сказать, что за то время Масвидал уже вырос там настоящего претендента на титул?
Ну, тут даже можно не можно сказать, мы это просто видим, что человек на самом деле за полтора года просто перезагрузил свою карьеру. Он из такого жесткого гейткипера, да, там превратился в ну, реально топа этого спорта. Просто вот так вот за, не знаю, наверное, за 2-3 боя. Это вот Томпсона отправил в нокаут, Тила, Аскрена. Ну, самое показательное, конечно, это Аскрена, вот, но и тоже те две победы, это, конечно, его подняли. Потому что сейчас Диас, все, человек сейчас получает совсем другие деньги, он сейчас близок к титулу. Ну, просто он взял, я не знаю, что с ним произошло, я думаю, это психология просто. Вот, он нашел какой-то свой момент, и вот, да, и это как бы, тут даже не я скажу это, мы все видим, что человек реально, он просто превратился в другого бойца. Ну, я рад за него, я рад, что, в принципе, у него возраст такой, ну, нельзя сказать, что молодой перспективный боец, там, 33-34 года, да, но он просто всю жизнь работал, старался, потел, и вот он сейчас заработал деньги, он заслужил признание, поэтому я радуюсь, когда бойцы получают это. Значит, каждый может, главное верить в себя и продолжать. Когда смотрели бой Масвидала и Аскрена, не сказали так про себя, о, моя школа? Нет, нет. Потому что таких борцов, как Аскрен, в ММА по пальцам можно посчитать. Потому что все уже боксируют, бьют. И там взять даже того же самого Рустама Хабилова, человек, да, который с очень крутой борьбой, но он боксирует, и нет такого, что он вот бежит с разбега в ноги. Поэтому с такими бойцами это не прокатит. И уже, я думаю, это только с Аскреном бы прокатило. Потому что Аскрен никогда не скрывает своих намерений и просто идет в борьбу без подготовки. Поэтому, да, это, ну, это очень круто. И это прям шикарная заготовочка была. Мы же потом увидели видео с того, что они это готовили. Это сильно, конечно, да. Но я думаю, с другими людьми так, такой прием не прокатит. Потому что сейчас уже все борцы стали бить и подготавливать свои проходы. Поэтому... Один на миллион. Завершая тему Масвидала, он составит сейчас реальную хорошую конкуренцию нынешнему чемпиону там весе Камару Усману? Да, я думаю, он может составить конкуренцию любому бойцу, ну, любому бойцу из топ-5 этого веса. Я уверен, что он еще удивит нас.